Не плачь, не плачь. Блядь, это граната страйкбольная была! Это страйкбольная граната была! Да не будь! Все нормально! Страйкбольная граната! Они дали гранату! Они взорвались сами же. Сам тоже на все вопросы ваши ответит, и не все у нас будет по плану. Но для нас было важно штаб тем не менее открыт, потому что штаб это инфраструктура, это то место, где мы можем подавать наклейки, где мы можем проводить семинары, где мы будем обучать агитаторов, где мы будем обучать наблюдателей и так далее. Но и сколько за штаб заплачено там теми деньгами, которые вы присылаете, мы не можем себе позволить, чтобы мы больше еще отклонялись от графики, чтобы у нас это замечательное, прекрасное помещение поставили. Поэтому я здесь надеюсь на понимание. Так, значит, мне сейчас предстоит сначала проговорить все эти вещи, которые я говорю на открытии, потом проговорить все эти вещи, которые Алексей говорит на открытии, и потом ответить на вопросы, надеюсь, что у меня все это получится. Воронеж, это 14-й уже штаб, который мы открываем. Вы знаете, что всего нам предстоит открыть 77. Воронеж первый штаб в центральном области, который мы открываем, раньше даже московского. Мы в Москве тоже уже сняли какие-то ощущения, после распущения. Но после распуляции туда это дома до 25 суток, это нам там серьезно приходится откладывать открытие. Воронежский штаб у нас в голове все в плане компании разбито там на три категории, то есть миллион и полмиллион и малые города. Воронежский штаб у нас относится к большим, город миллион, все как положено. Сейчас у нас здесь будет работать 4 человека постоянно, координатор штаба Павел Смирнов, и тут Павел Сандрин, иди сюда. Это Павел, и когда у меня голос замечательно сядет, он тоже будет отвечать на вопросы. Значит, смотрите, каждого штаба, будь то большой Воронеж или маленький Минск, будь то Санкт-Петербург или Кемерово, есть три базовые задачи в Грандове. Это сбор подписей, это агитация и это наблюдатель. Ну, начну с простого, наблюдатель. У нас 96 тысяч участников, но уже 100 тысяч наблюдателей. Голосом,